вот, друзья, теперь у нас на нашей деляне есть самый тот настоящий костер разведчика, или скрытый костер, или по-другому его еще называют костер Дакота. В общем, вот выкопал я сегодня ямку, чтобы не палить лишний раз, ни траву не палить, ни какие-то деревья вблизи стоящие. Вот, а жечь уже костер уже в безопасном месте. Вот, поэтому, друзья, вот настоящий костер Дакота, скрытый костер, на котором мы всегда сможем с вами приготовить вкусную еду, либо заварить, друзья, вкусный настоящий сибирский чай. Вот. Вот такая вот работа была проделана сегодня. Друзья, ямку я копал тут где-то, ну, сантиметров 50, ну, и эту сантиметров 50 в ширину, ну, и в длину где-то сантиметров, то есть под уклоном, чтобы мне было легко пробить вот эту самую перегородку. Вот, потому что ямки выкопать — это еще полбеды, это все копается легко. А вот это вот самое место внутри, там, друзья, пробивать сложно. И еще у меня грунт, вы уже знаете, глина. Поэтому, ребят, мне пришлось маленько под уклоном зарываться. Вот. Ну все, ямка пробита. Сейчас самое время его потестировать. Ну а для подставок я буду использовать складной вот такой таганочек с титана. То есть не знаю еще, как я сейчас тут что изобрету. То есть мне, наверное, придется раскрыть его полностью. Вот, вот так вот. Чтобы можно было котелочек поставить. Либо там еще что-то. Ну вот где-то вот так вот у меня все это будет выглядеть. Или вот так, или крестом. Нет, лучше, скорее всего, наверное, вот так вот. Вот так вот, ребят, у меня сюда я буду котелочек уже ставить смело. Все выдержит. В общем. Ну все, друзья, в путь. Сейчас будем разжигать, смотреть, будет ли дым, нет. Будет ли огонь идти, как будет обгорать все. Ну, сейчас будем производить первую затопку нашего костра Дакота. Либо скрытого костра. Вот я сейчас со старого еще возьму кое-какие угли. Вот так вот. Ну, ребят, сейчас будем поджигать. То есть снизу будет задувать оттуда свежий воздух. А здесь будет гореть наш огонь. И можно закидывать сюда любые уже дрова потом, когда он разгорится. То есть можно кидать уже смело, не бояться. Вот так вот он уже загудел, можно сказать. Зашевручал. Вот пошел первый огонечек. Жар. Вот эти можно всегда уже потом сдвинуть. Ну вот, друзья, первая топка произведена. Вот так вот он хорошо горит, я бы сказал. Лучше, чем обычный. И разгорается намного, друзья, быстрее обычного костра. Кто бы что ни говорил, хоть и земля будет сырая, он все равно за счет потока воздуха он будет разгораться намного быстрее обычно. Нет, значит, надо маленько по-другому их переставить. Если вот так.
хотели сюда что-то подложить. Под уклоном маленько сделал. Но это специально, чтобы снизу был поток воздуха. Вот так вот выглядят мои шпикачки, свиные сардельки. Сейчас дожарится мое мяско с картошечкой, и мы там образовался уже в земле жар, мы опустим туда с вами наши сардельки. Вот, вот такой вот у меня сегодня обед пробный на костре дакота, либо на скрытом костре. Вот, и начинается дождичек. У меня натянут тент. Ну вот, я думаю, картошку можно снимать. А сардельки наши опускать под землю. Вот, и пусть они там запекаются. Сейчас мы вот так вот сдвинем. Сюда вот воткнем. И вот так вот они у нас будут запекаться. То есть вариантов у него приготовления пищи много. То есть можно даже запечь курицу. То есть закладываешь курицу, затыкаешь эту дырку чем-нибудь там, травой можно настелить. И наше мясо там будет приготовляться. Ох, сейчас грохотнет, наверное, ребята. А мы сейчас будем обедать с вами. Так что присаживайтесь поудобнее вместе со мной. Тут нам на всех с вами хватит обеда. Я думаю, достаточно. Так.
Ну, сейчас пробуем. Все прожарилось. Вкуснотища, ребята. Что-то зачесался нос. Не к добру, однако, ребята. Пищарика не хватает под такую, под такой обед. Вот и дождичек пошел. Что-то нам с нашими сардельками. Ну, сардельки, я думаю, готовы. Даже чересчур. Ой-ой-ой-ой, одну потеряли. Одну потеряли. Вот так вот они запеклись. В яме, в земляной. Так что сейчас будем спробуем. Вот такие вот они прям золотистые. Сарделечки. Ребята, как вам обед мой сегодняшний? Дождик идет, ребята, мы обедаем под тентом.